Лисий хвост, привет. Укладываем рыжую спать. Что такое у меня в пакете? Что такое? Ну пойдем. Да, что-то вкусное. Пойдем, пойдем, пойдем. Кто там в комментариях говорил, что это такое? Это рыба. Естественно, к пиву, да. Но пиво я не пью. Кто спросит, сколько? Ну, уже вот через неделю будет 7 дней, как не пью. На. Пойдем, 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 пойдем. Пойдем, пойдем, девочка. И делюсь рыбой с Алиской. Алиса. Алисе рыба жутко нравится, но жутко не нравится ложиться спать. Алиса. Эй. Сейчас аккуратно, медленно подойдет с какой-нибудь другой стороны. Когда пакет скрипит, устоять невозможно. Алиса, где ты там в темноте прячешься? Ждем.
Надо отойти подальше. Вон она идет. Сейчас будет ходить кругами, потихоньку, потихоньку. Знает, что я тут стою. Нет, особо не торопится. Что такое за звуки? Это начинается игра с соседской собакой. Ночная. Выключай фонари, Алиса. Алиса, дальний свет. Нет, тут как можно идти есть рыбу, когда тут такая игра? Надо ходить с одной стороны, а собака с другой стороны. Идешь? Та-та-та-та-та. Как будто не туда вообще идет. Па-па-па-па-па-па-па. А теперь бегом, 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 бегом. Потому что если вовремя не успеть, то она сейчас возьмет этот кусок и смотается. Алиса, играем. Да? Вечерняя игра. Что там? Какая-то агрессивная. Ой, скоро 5 лет, а такая... Ой. Ой, ты больно-то как, а? Через такой матрас и все равно больно. Ты что? Ты мне руку оттяпала бы, как в фильме «Челюсти». Только успеваю убирать руку. И хвостом еще мотает, и сверху на будке лежит. Что такое? Так, ну-ка, матрас не драть. Играй игрою, а имущество не порть. Тебе никто не говорил, что ты дикая лиса. Хе-хе. Вот такие вот игры. И это что такое? Это называется Алиса самое главное. Посмотрите. Та-да! Вот эта картинка. Сейчас подальше отойду. Да. Хороший кадр. Трудный вечер, да, Алис? Еще играть заставляет.
Погладить? Какая ты вредная, а?